Проезд в троллейбусах с 1 апреля вырастет с 18 рублей до 20. Повышение также коснется электронного проездного для льготных категорий граждан. Для школьников его стоимость составит 250 рублей вместо 142. Студентам проездной билет теперь будет обходиться на 46 рублей дороже и составит 350 рублей, пенсионерам – 500 рублей. Экономить на поездках по-прежнему будут владельцы транспортной карты. Стоимость поездок по безналичному расчету не изменится, и в ближайшем будущем в планах этого нет. Если же пассажир использует безналичный способ оплаты посредством транспортной карты нашего предприятия, то стоимость поездки с 1 апреля для него не изменится. Она будет составлять по-прежнему 17 рублей. Кроме того, сохраняются все бонусные программы. Как то, например, поездка плюс. В этом случае каждая поездка с использованием транспортной карты будет бесплатной. И вариант пересадка в течение 45 минут бесплатно с одного троллейбуса на другой троллейбус. Таким образом, мы предоставляем в этот раз возможность нашим пассажирам выбрать тот или иной вариант способа оплаты и, соответственно, регулировать стоимость своего проезда в городском электрическом транспорте. И она может варьироваться с учетом тех программ, которые действуют на предприятии, от 8 рублей 50 копеек до 20 рублей.